Лера Гуглов, новой рубрики канала. Давайте хуярим немцев по самой гланды. Можно говорить слово хуярим вообще? Нельзя. А гланды? Нельзя. Нельзя. Это все плохо. Ну, это давайте... все плохо закончится. Почему гланды? Это... Гланды — это когда это во всем вчера виноваты гланды. Я в B4 ушел. Company of Heroes — это игра для полуношников. Нет, это так, для, ну, для людей, да, с крепкими нервами. Да. Вот Валере повезло, он с Рокосом. В смысле? В прямом, Валера. Рокос тебе сейчас там все засветит, все, что хочешь, сделает. Под глаз, что ли? 19-летний худой парень, которому надо жениться. Рокош, у тебя мама с Запорожья? Нет, Закарпатье. Закарпатье. С Украины, да? Угу. А что, есть Закарпатье еще где-то? Не знаю, там может. Народная Закарпатская республика. Еще не вмерла у Кермова. Вообще-то область. Да нет, это у нас тут есть тут такие приколы. Ты не понял. А, ну. Понял. Я уже что-то не воспринимаю еще последний. Ну так-то пол второго ночи. Да. Понеслась. Кого хочешь колбасить, начнем. Ой, опасно. Пулемет готов. Натаскивайте оружие внутрь, товарищи. Вам нужно. Идем. Как сказал товарищ Кальтельбрунер? Кто? Что? Подождите минуточку. Историческая справка. Кто? Что? Чей бумер? Кальтельбрунер. Что за маты, Валера? Ну почему маты? Был такой фашистский гад. А вы, Штирлиц, будете у меня на одном деле вертеться? Да нет, он не мог такое сказать. Я не мог. Прям слово «уй» сказал? Да. Ничего себе. Вам нужно что-то построить. Это не Штантербрюмер, это беспредельщик какой-то. Все, понеслось. Обходи, обходи пулемет. Ох ты, блядь. Тише, тише. Тут обстрел снайпера, а ты материшься налево-направо. Вам нужно что-то взорвать? Или ты хочешь как Штирлиц? Выманим. Ох, сейчас лопат минусану. Нет, минусану. Ладно. Нет. Так, на нашей стороне старый немец. Да прям... будь же он проклят. Иди-ка сюда. Прям старый-престарый, что ли? Угу. Ай-яй-яй. Его так и звали. Грех, старый немец. Это был старый мельник, а это старый немец. А, да, есть такое пиво. Ну и мне нравится что-то белый медведь из русского. Блять, опять брошу. Да что за... Хватит раскидывать эти самые. Подарочек. Давай. Сейчас еще раз, еще одну машинку закажу. Давай, снайперюга, давай. Жек, убил машинку, да? Жек, что тебе надо для счастья? Ой-ой-ой, раз... Угу. Вон они поставили свой холодильник, мать их. Уродцы. Нормально. Минус кубер. Вроде успел. Сейчас должны прилететь гранаты. Ой, падлы, ушли. Гони их, Жека, гони. Чтоб я их не видел даже. Это нужно построить вчера. Жек, пушку делаю. Я не знаю, что тактику террора взять. Я даже... Слушай, ну мы их выбили. Давайте. А еще не выбили. Они вон поставили холодильник и сейчас придут обратно. Есть приказы? Выступаем. Вам нужно что-нибудь? Отряд, выступаем. Вперед, Жек, вперед. А пушка только делается, гасло. Подходи ближе. Ближе? Подхожу. Готово к бою. Идем захват.
Сейчас будет пума, по-моему. Да, по-любому. Сделаю я гранату. Нет, сначала солдата сделаю, потом гранату. Жек, ну пушка тащится, но ты минируй. Ты минируй, не стесняйся. Вижу. А, нету этого самого трактора. А нет, стоит. У нас появились свежие новобранцы. Ты их светить? Давай. Пулемет готов к двигателю. Советская территория увеличилась. Назад, Женя, назад! Минус гренадеры. Минометный ротик выступает. Ой, хорошо прижал, молодец. Мы дойдем туда или погибнем. Жень, ты минируешь? У меня ж нету этих сейчас. Они ж сидят в этом. Ты что минометчик такой косой, да? Ты не находишь? Пушку привез. Нормально. Но они уже отступающие сделали херню. Ну я понял, надо что-то делать. Не, ребят, это слабое вообще. Ну, тем не менее, голову нам морочат. Не знаю, что вам морочат. Иди. Хотя, может, с этой стороны обстрелят. Давайте посвечу. Машинка у меня. Не-не-не. Вот просто поставь здесь пушку. Просто поставь здесь пушку и все. Уже не поставлю. Охуеть. К сожалению. Ох. Мне, короче, минометная плюха зафигачила. Глянь, чем они. Еще идут. Я думаю, отсюда будут идти сейчас. Так, а что там? Да вы сильно близко к их базе подошли просто. Разделяю. И властвую. Так сказать, мнение. Евгения Херсона. В смысле, поддерживаешь, ты хотел сказать? Что? Обходят. Поддерживаешь, ты хотел сказать. Красная, мы в пути. Максим не слил? Нет. Отлично. Жека, мне в Т3 или в Т4 идти? В Т3. Но Бенса не сволочи опять забрали. Иду. Ну они слишком близко. Просто и все. Надо Бенс забрать. Осторожней с минометом. Ты ее, да. Черт. Минометчик ушел. Ударные отряды прибыли. Идут лопаты. Понял. Пума. Новобранцы, теперь вы можете сжечь этих гадов коктейлями Молотова. Приказы, выступаем. Блядь. Чё она такая дерзкая, как пума? Ты мне не объяснишь? Отряд сапёров. Начинаем работу. Готовы. Всем новобранцам теперь доступны противотанковые гранаты. Блин, что ж ты же видел обстрел. Куда ж ты? Я отменил. Джек, я что-то... Строй Т3, я с Т4. Угу. Мама, они жарили. Шесть их тут. Понятно. Отходи. Боже, сколько их много. Да пиздец, это мясо чистое. Чистое мясо. Чистое мясо, ты прав, блин. Просто жесть какая-то. Не советы, блин, а этим мясом, да, твари. Ну ладно вам, не начинайте. Да, нытьё про баланс и сидел. Да. Можешь ее задержать? Уже нет. Можешь дать обстрел, если нравится. Ой, нравится, господи.
Блин, надо отступить. Отходи, Жека, отходи. Сейчас я сделаю тэшку, потом сделаю пополняшку. Короче, я сделаю Катюшу, наверное, да? Ты давай вторую пушку. Фигачь. Пусть они отходят, да? Нет пощады! Воздушная разведка на готове. Ты видишь, как один пулемет? Ил-2 отправлен в разведполет. Я эту все-таки пантеру доберу сейчас. Угу. Понятно. Все с вами понятно. Фашистики. Сейчас прилетит, пацанам. Ай-яй-яй. Хорош, свиганца задели. Пушка и минометом осторожнее. Идут очень Жаль, много. Прям очень-очень много. Орудие наготове. Можешь скинуть засвет просто вот этот парашютик? Да, мне. Могу. Хотя... Легко. Не, подожди, уже полетел. Прикрывай. Блядство. Не, в кого-то попал. Сюда Катюша бьет. Ох, сейчас пойдут толпы. Что вы, блядь, такие? Отговорил. Одно из наших ПТО нейтрализовано. Все, забрали пушку мою. Ага. Миномет вот здесь долго задрал, вот здесь. Отсюда. Ума, блядь. Ума нас обходит. Не везет, да, пацаны? Да пока держимся. Да не, я не про вас, я про немцев. А. А что там с пополняшкой, как дела все? Где ты пополняшка? Ой, Жека, я им там такое устроил на штабе на их. Нормально, пулемет спиздил их. Все хорошо. Это я... Что там я прослушал с пополняшкой, извини. Чё, а? Да забери ты это самое. Кабеля. Ну ж, 3/4 5 метров проехать. Пума едет. Не забрал? Жесть. Он отоехал. Вот падла, да? Видишь? Там до хрена всего. Что, тэшкой мне не выбить, да, этот самый? Да, не думаю. Новобранцы на месте. Затяни шнурки потуже. Задача понятна. Захватывать нечем. Нечем пока. Приехала, да? Ты видел? Ты видел? Смотри. Продержалась. Обходят. О, как хорошо, по-моему, отряд. Тушка идет их. Ну. Да. Я какой-то отряд их несу. Вон она. Поехал. Есть. Мы меняем позицию. Вы
На охоту. Хорошо горят. А, черт, ушла. Да, ушла. Готовы двигаться. Пулемет готов, пулемет перемещается. Удара, бегом! Вышла за стрелу! Наконец-то. Короче, если хочешь что-то сделать, делай сам. Это я так понял. Солдаты, затяни шнурки потуже. Вот наша цель. Мы готовы. Вперед. Чуть-чуть пушку вперед. Это вас согреет. Думаешь, есть смысл? Я подсвечиваю тебе. Вон, половина базы. Я готов к разведке с воздуха. Теперь мы будем сражаться еще упорнее. Только дайте, идет разведка. Да, блядь, миномет от дохренища. О, я завис. Вот эта сушка. Я завис, блядь. Сейчас проебу отряд. Нет, проебу. Блядь, там панцер. Отходи, блядь. А уже не уйти, блядь. Нет, я... А, понятно. Нет. Еще больше наших войск потерь. У тебя пополняшка есть, да? Ага, спасибо. Да. Брошенная сука. Попробуй туда Катюшей долбануть. Наполняйте и укладывайте эти мешки. Минометный расчет готов. Приказ понял. Реактивный миномет готов. Опа. Угу. Отходи, отходи, ты чего? Сука, блядь. Ну так по-божески еще. Жек, бывало и похуже. Пума, пума, пума. Брошен, як пан. Сейчас окну. Ой-ой-ой, вот это вы плохо. Вы все, готов. Вот это плохо же. Стрелки готовы. Ю-2 готов к разведке. Отходи, отходи. Давай, я помогаю пушкой. Давай. Все, не уйдет. Блять. Раз, два, три. А, прикинь, разбежали. Сука. А, нет. Пума едет. Уедет. Ну это жесть. Уехала дрянь. Да. Уходи, уходи, сушка. Так и не добили. И как мы этот бенз не можем забрать? А прикинь. Там куча минометов, они нам все выносят. Ничего, ничего, держитесь, главное. Главное, держитесь. Этот миномет вынесен. Я его заберу себе. Пушечку сделаю, да? Ты не против? Жек, куда ты пошел с снайпером? Катюши валят. Светят, суки. Это же был мой любимый пулемет.
Джек, отходи. Я сейчас, наверное, ты кинешь разведку, я две тэшки сделаю. Да! Господи, что за минометы у них, пиздец. В общем, попытаюсь это самое. Не ушел. Пойду прожектор убью. Давай, 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 давай. Вот он. Катюша, Катюша, Джека. Жесть, эти минометы вообще такие читерские. Не, ну вы тут это подвязываете. Дай артиллерийский залп по цели. Давайте, давайте. Есть приказы, Катюша перемещается. Приказ понять. Улетело. Тяжелый танк КВ-1 на поле боя. Ты можешь разведку кинуть? Кинул уже. А ну-ка иди ложись спать уже. Последняя, сейчас, 20 минут, Ольга Ивановна, пожалуйста. Ольга Ивановна, Надежда Ивановна. Надежда, наш компас земной, ну помните, да? Ага. Не вижу. Ага. Олечка, у меня будет доченька, потому что сыночек обурел, он уже матери не нуждается. А внучка? А внучка будет Софишка. Вы так бы его не спешили жениться, пусть поживет нормально, как человек. А женатые уже не люди, да? Не, ну а потом начнется то на садик, то еще что-то. Так. А он же ж и не погулял вообще. Так он вообще гуляет только с компьютерами с вами. Хорошо. Я его отправлю в Одессу к сепаратистам. Это да, это правильно. Не, ну там опасно. Вы видите, что там случается. Майдануты, мы там были несколько раз, мне очень нравится. Ты по какой улице живешь? Дерибасовская. Дерибасовская, Льва Толстого. Давай ломай это самое. Базу, куда поехал? Надо убить эту херню сначала. А, эту херню, да, надо. Ну все, мы их вынесли, считайте. Джек видел там у них на базе. Пушка бьет по сушке. Пушка бьет по сушке. Готовы. Это хорошая позиция. Пойдемте, товарищи. Они приближаются. Что мы добьем им к нему базу, как ты считаешь? Так, давайте тогда. Не, это слабые немцы. Или просто Джека хорошо сыграл. Так что-то я тормози отремонтируем, не переживай. Что вам нужно? Все, голосуй, не голосуй. Забирай, забирай, забирай жену. Да, товарищ. А куда они отступают, я не понял. Противник! Пополняй пулемет, Джека, пополняй пулемет. Пополняй пулемет. Да он у тебя вообще не в ту сторону смотрит. Ну он хотел втекать, и ты знаешь, как сейчас с пулеметами. Тяжелый танк КВ-1. Ну тяжелый танк КВ-1 был готов. Ой-ой-ой-ой-ой. Что за жесть началась? Я не могу понять, откуда у них гасят.
психика там ушла. Вон она. Нашел, Жек. Где она? Вон она. Ага, я понял. Вообще, ну, пока... твоя была задача. Без движка. Пока не могу, пополняй пулемет. Сломали ему ствол, висяк такой. Орудие наготове. Отряд, перевести. Пополняй, Жек, пополняй. Все, сдались. Рока, скажи своей маме, что она очень хорошая женщина. Пусть не переживает по поводу сына. Сын молодец. Да, сын молодец, отыграл отлично. За что ему и награда. Подарочек. Все, быстро спать, Саня. И чтоб я больше не слышал, что ты мать нервируешь. Понял? Смотри, у нас тут разговор короткий. Ты только на мою маму глаз бросила. Так, причем тут это? Ну, не знаю. Разве что Валера. Ведешь себя как прям, я не знаю, настоящий отец. По возрастному разве что Валера. Смотри, Рока, как ты думаешь, совпадает количество убитых с отцом? Ладно, давай. Смотри, 107-107, нормально. Ладно. Так, ребят, не забываем ставить лайки, подписывайтесь на канал, всем пока. Давайте, всем спокойной ночи.